بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые телезрители, мы рады вас приветствовать в очередной передаче. Тема нашей сегодняшней передачи посвящена годовщине мученической гибели имама Али Риды ибн Муса алейхиссалам, с чем мы всем мусульманам этого мира приносим свои соболезнования. У нас в гостях шейх Курбан Мирзаханов. Ассаламу алейкум рахматуллах. Алейкум ассалам рахматуллах баракату. Насколько мне известно, Курбан, личность Али ибн Муси, которого прозвали Рида, личность его, значимость этой личности признана всеми мусульманами. Однако же, как мы это знаем, печально известный факт, одна часть мусульман уделяет внимание преданиям самой личности, не только просто по факту того, что кто-то был и номинальная личность, и прошла история. Какой след оставил, вообще непонятно. Одна сторона, другая, естественно, говорит, что было, как бы, и работа была проведена, и предания остались, и наследство осталось, и причем относительно других потомков пророка, саллаху алейхи ва саллям, скажем так, больше среднего. То есть его жизнь, да, с его жизни до нас много преданий дошло. Однако же сама личность, к сожалению, как и все остальные личности исторические, они, к сожалению, размываются. Конечно, вы в предыдущих передачах говорили, что если понимать общий принцип их деятельности, божественных людей, то даже если мы не знаем ни одного факта из жизни, мы знаем положение, мы знаем значимость. Однако, если бы вы могли нам раскрыть какие-то стороны, которые для большинства мусульман являются неизвестными, будь то его поступки из его жизни, будь то его общий путь или реализация этого общего пути, то есть особенность реализации, особенность его времени, чтобы мы могли, опять-таки, не только по факту какие-то факты узнать из жизни, но могли бы и урок извлечь, потому что, как мы знаем, личность, если она совершенная, то проявление этого совершенства происходит согласно условиям. И какие были условия у имама Риды, алейхиссалам, в жизни, и как он справлялся со своей задачей, как он справлялся со всеми трудностями, которые его постигали. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих зрителей Хади ТВ 3 и приношу соболезнования в связи с мученической смертью его светлости имама Риды, алейхиссалату вассалам. Это 29 число месяца Сафар, дата мученической смерти его светлости. По поводу условий, в которых жила его светлость, со времен имама Саджада, алейхиссалату вассаляма, все наши имамы практически... Это сын Хусейна, алейхиссалам. Да. Со времен его светлости условия, в которых находились божественные наместники, наместники его светлости посланника Аллаха, отличалось от тех условий, в которых находились имамы до имама Саджада, алейхиссалату вассалам.
Со времен его светлости ситуация была такова, что какой-то претензии на власть, причем законно принадлежащую им власть, они не изъявляли. Какую-то открытую политическую борьбу, в какой-то политической борьбе они не участвовали. То есть то, что мы, например, можем наблюдать в биографии его светлости имама Али, алейхиссалату вассалам, или его сыновей. Здесь мы наблюдаем общественную какую-то, общественно-политическую какую-то деятельность, претензии на власть, на управление мусульманами и так далее. Наблюдаем борьбу с действующей властью. Наблюдаем активную борьбу, если, например, говорить о имаме Хусейне, алейхиссалату вассалам, мы наблюдаем то, что можно, например, назвать революцией, восстанием, да? Восстанием против действующей власти. Но после событий Кербелы ситуация меняется, мы наблюдаем немножко изменения в условиях. Мы наблюдаем, что и имамы занимаются просвещением, то есть уже оставили эту сторону, эту деятельность, и занимаются просвещением. И здесь мы наблюдаем разные периоды, когда условия менее благополучные, где условия более благополучные для просвещения. Если говорить о самом имаме Саджад, алейхиссалату вассалам, то мы здесь видим довольно-таки жесткие условия. Да? Его светлость находится под пристальным наблюдением, под пристальным контролем и открыто не может даже открыто что-либо преподавать и заниматься распространением каких-либо знаний, какого-либо учения. Но его светлость находит выход в молитве, то есть от его светлости очень много молитв, в частности, молитвы, известные как Сахифа Саджадия, хотя это не все молитвы, то есть не вошли все молитвы, которые его светлость озвучил в этот сборник, но очень много в этом сборнике собрано молитв. То есть имам Саджад, алейхиссалату вассалам, приходил к могиле его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, к своего прадеда, и у его могилы занимался общением с Богом, занимался тем, что мы называем дуа. Но на самом деле, и это на самом деле реальность, то есть это заметит даже самый неопытный, самый неискушенный человек. Посмотрев на его молитву, он обнаружит, что здесь что-то не так. То есть, в смысле? В том смысле, что не совсем это молитва как таковая. То есть это не похоже на молитву, больше похоже на книгу по идеологии. Угу. Сахиф Аз-Джадия, которая молитва, да, молитва, конечно, имеет, то есть вид молитвы имеется, но больше похоже на то, на учебник по... То есть в контексте молитвы разъясняются идеологические положения? Не то чтобы в контексте. Вот у всех молитв, которые остались вот непорочных, это качество имеется, эта особенность имеется. Но складывается такое ощущение, что даже у неопытного человека, который не имел много дел с молитвами от непорочных, он даже замечает, что основным ключевым тем, на чем концентрирована именно вся молитва, вокруг чего вся молитва строится, именно это. То есть не в контексте молитвы, а наоборот, молитва в контексте учебника. То есть такой вид у этих молитв имам Саджад, алейхиссалату вассалам. Это говорит о том, что его святость находился под пристальным вниманием, контролем и не мог этим. То есть то, что его светлость прибегнул к этому, говорит о том, что уже наступил период, когда они, их обязанностью прежде всего было, внешней обязанностью было просвещение. То есть, оставив эту сторону политическую, полностью посвящение себя просвещению. Да, потому что мы наблюдаем, например, к имамам очень часто приходили люди и призывали, высказывали свою поддержку, призывали к восстанию. Например, к имаму Садыгу очень известная история, когда
пришли люди и предложили свою помощь. Имам Садик, алейхиссалату вассалам, хотел избавиться от этих людей. Не хотел вообще, чтобы они ему такое предлагали, чтобы вот этот разговор продолжился. Он сказал: «Хорошо, войди в огонь». Ну, естественно, тот замешкался, что, как. И имам Садик, алейхиссалату вассалам, попросил одного из своих близких сподвижников войти в огонь. И тот без промедления вошел в огонь. То есть, таким образом, имам Садик, алейхиссалату вассалам, избавился от этих людей. Дал им понять, что им не по пути с ним, что они предлагают ему возглавить их в войске, в битве. Есть даже предположение, что эти предложения поступали от действующей власти. Угу. Почему? То есть это они пытались сделать так, чтобы была провокация с их стороны? Было какое-то участие в политическом каком-то движении, да, угу. То есть каком-то восстании. Ну, очень много было восстаний. И обратите внимание, очень-очень-очень много восстаний было именно шиитских. Восстаний было. Которые никак не возглавлялись имамами. Имамы никак не участвовали в этих восстаниях. Например, Мухтар тот же самый. Мухтар, который жил во времена имама Саджада, алейхиссалату вассалам, но имам Саджад не высказал ни одного слова в поддержке сам, лично. Ага. То есть, прямо не высказал, но да, то есть, не это... прямо высказал. Это говорит о чем? Говорит о том, что самое страшное оружие в тех условиях было просвещение, то, чем как раз имамы занимались, mm-hmm. не участие в политических, хотя политические восстания никак не порисались ими, mm-hmm. то есть они не останавливали, если хотите восстать, если хотите бороться, пожалуйста, боритесь, но без нас, нас в этом деле нету, без нас, боритесь без нас. Мы это наблюдаем в истории с Мухтаром, когда имам Саджад, алейхиссалату вассалам, все это дело поручил своему брату Мухаммад ибн Ханафия, который занимался этим. Именно поэтому кейсаниты, которые считаются одной из сект шиитских, кейсаниты, где центральной фигурой является Мухаммад ибн Ханафия. Мухаммад ибн Ханафия как имам. Угу. Откуда этот кейсанизм возник? От этой истории возник. То есть полагали, что кейсаниты, коим были люди, Мухтар и его люди, что кейсаниты, среди которых были выдающиеся сподвижники, например, Абу Туфейль, то есть там много было людей, которые принимали участие в этом восстании. Сложилось впечатление, что их имамом является Мухаммад ибн Ханафия. Почему так люди думали, что их имамом является Мухаммад ибн Ханафия? Потому что они... Это было поручено полностью, это движение имама Саджада. Получается, это его был дядя, правильно? Да. Имама Саджада. Да. Да. Mm. Да-да, дядя, я оговорился. Курбан, я извиняюсь, мы прервемся на паузу, иншаллах, продолжим. Иншаллах. Уважаемые телезрители, мы скоро вернемся. Мы снова в эфире, уважаемые телезрители. Курбан, вы остановились, вообще, как бы говоря о положении, в котором был имам Али Рида, алейхиссалам. Вы указали на то, что вообще период, в принципе, по сегодняшний день, период имаматства делится на период, когда имамы участвовали в политических процессах, скажем так, непосредственно. Это первые три имама, и после событий при Кербеле вы сказали, что эта часть напрямую была оставлена. И самым грозным, эффективным оружием выступало просвещение, чем они и занимались, начиная с имама Саджада, то есть Али ибн Хусейна, алейхиму салям. И таким образом, что перешла, то есть одна стадия в другую,
И вы указали, что все восстания, которые происходили, что их было много, последователи имамов восставали, сражались. И вы сказали, что не было прямого поощрения, прямого ни управления, ни поощрения, ничего такого, но было поручено, в том числе имамам саджадам, возглавление и занятие, то есть заниматься этими делами, было поручено его дяде Мухаммаду ибн Ханафи, сыну Али, алейхиссалам. Да, на самом деле Мухаммад ибн Ханафи не высказывал, не утверждал о своем имаматстве, так как группа шиитов, обратите внимание, куфийские шииты, это самые многочисленные, самые верные шииты считаются, да, то есть иракские, не только куфийские, иракские шииты, они сплотились вокруг Мухаммада ибн Ханафия, будучи имам Саджад, алейхиссалату вассалам, жив. Здесь появилось сложное представление о том, что это отдельная секта, отдельная от имамизма, кейсанитами их назвали их и сказали, что их имамом является Мухаммад. Хотя такой в реальности никогда такого не было. Это выдуманная секта, и такой секты, как таковой, как кейсаниты, просто не существовало. Вообще много ли таких выдуманных сект в той или иной группе мусульман? То есть это частое явление, что вот выдумывали из-за какого-то движения? Да, допустим, нусайриты тоже вот. Нусайриты, как шиитское течение, тоже вот выдуманное, полностью выдуманное абсолютно. То есть и то, что вот сейчас в Сирии алавитами, которых называют, это алавиты потом они приобрели это название. А изначально они всегда назывались нусайритами. Почему их нусайритами назвали? По месту проживания, да. Там местность была... Но по сути идеология и все остальное у них имамитское, то есть это имамиты. Они не отличаются по своим убеждениям, по своим идеологиям, по своим основам. Вот то, что называется дарура, то есть то, что их составляет суть их учения, дарура тульмазхаба, оно идентично полностью с... Ну, есть такие, да, есть. Но нусейр... Нусайритами их приписывают, будучи, они не будучи последователями этого человека, человеку, которого так звали и который был убежден в божественности его светлости Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Но эти люди, только у них названия общие, то есть схожие. То есть тот человек, который проповедовал подобное заблуждение, его звали Нусайр. Эти люди были просто, местность называлась Нусайр, и поэтому их спутали. Да, и здесь такое историческое, очень большое историческое недоразумение. Настолько большое недоразумение произошло, что до сих пор современные шииты считают, что так эти нусайриты, сирийские, да, их называют сейчас алавитами. Но это не совсем точное их определение, не совсем точное их название, потому что алавизм есть в Иране, есть алавизм в Ираке, есть алавизм в Турции, и даже в Сирии есть алавизм. Но эти нусайриты от них отличаются, потому что эти алавиты, они верят в божественность людей, приписывают тем или иным людям божественную сущность, чего нусайриты не делают. Поэтому не совсем правильно, не совсем... То есть все эти алавиты, которых вы перечислили, да, они не разделяют подобные заблуждения, подобные ширк? Нусайриты? То есть те, которые вы перечислили, Сирии, Ирана? Нет, почему? У них как раз есть это многобожие. Ага. Речь об этом, что эти нусайриты, сирийские нусайриты, они не разделяют как раз таки эти алавитские убеждения, алавиты Турции в частности, их больше всего в Турции. В Ираке и в Иране мало. В основном они в Турции, в Сирии тоже они имеются, но их тоже немного. Ну, все это граничащие с Турцией, они возникли, если мне не изменяет память, в Ираке. Это алавитская вот эта вот секта, обожествляющая Али бин Аби Талиба, алейхиссалату вассалам. Потом распространились на Турцию, на Сирию и на соседние вот эти страны. Но эти нусайриты к ним вообще никакого отношения не имеют. Угу. Ну, почему-то их тоже называют, это историческое недоразумение. Кейсаниты вы рассказываете. Да, кейсаниты это вот тоже история, которая ярко дает понимание того, в какой ситуации и какая была политика у имамов того времени, что имам Саджад алейхиссалату вассалам полностью отрекся от этого. То есть от причастности к каким-то политическим процессам.
и занимался просвещением. И здесь мы наблюдаем довольно-таки широкую деятельность, очень широкую деятельность. Со временем эта деятельность расширялась. Если мы, например, наблюдаем во времена имама Бакира, алейхиссалату вассалам, немножко более-менее свободное участие в просветительском процессе, где его светлость уже обрел учеников, в отличие от имама Саджада, алейхиссалату вассалам, и эти ученики уже официально, довольно-таки открыто могут прийти к нему и получать знания, мы расширение этого масштаба наблюдаем во времена его сына имам Садык, алейхиссалату вассалам. И в дальнейшем мы, то есть это превращается уже в создание сети представителей. То есть это учебный процесс превращается в создание. То есть имамы практически воспитывали людей, которых могли бы отправить в этом просветительском процессе, воспитывали людей, которых могли бы отправить в ту или иную местность. Где они служили бы как представители имама. Да, где они могли бы представлять их. И даже были такие случаи, когда люди ту или иную местность приходили к имаму. Обратите внимание, сегодня последователи этих имамов мечтают увидеть, как-нибудь встретиться хотя бы, просто сдалека хотя бы увидеть имама. Но в то время, когда те или иные люди приходили к имаму, чтобы задать тот или иной вопрос, он говорил: зачем вы приходите ко мне, не приходите ко мне, ведь у вас есть человек, который может вам помочь в этом деле. То есть эта сеть со временем расширилась, хотя позже она немножко была сложнее было. То есть со временем сложнее стало эту сеть контролировать и развивать, но оно оставалось вплоть до 11-го имама. То есть даже у 11-го имама были такие представители, были люди, которых он, которые были и представляли его в тех или иных городах, в той или иной местности. Представляли вообще с любой точки зрения, то есть идеология, нет, здесь право. Мы... Нет. То есть они были не являлись юристы... учителями или у них более узкие какие-то? Нет, кого-то они воспитывали в идеологических вопросах, каких-то в правовых вопросах и так далее. В вопросах богослужения и так далее. Здесь отличается. Кто-то мог быть, например, более... сведущим в какой-то конкретной науке. Да, например, Абдул-Азим Хасани, он известен как... Он, то есть он со всех точек зрения был и учеником имама Хади, который мог представить его во всех этих сферах. А вообще основная, извиняюсь, это, конечно, не, может быть, не главная цель вашего рассуждения, но основная цель этих представителей? Эти представители укрепляли в провинциях, укрепляли это движение, это учение, учение имамов. То есть распространяли практически? Да, ну, конечно. То есть это не просто распространение как численное, это укрепление в том значении, еще и качеством. Качественно, да. Мы здесь, мы откуда возникли вот эти вот... Смотрите, если вы возьмете карту халифата, исламского халифата того времени, и вы посмотрите на современную карту мира, то вы обнаружите, что везде, куда были отправлены представители, сейчас имеются общины. Общины имеются, имамитские, шиитские общины имеются. То есть это была деятельность, которой занимались имамы после Кербалы, начиная с имама Саджада, алейхиссалату вассалам, имама Бакира, имама Садика, алейхиссалам и так далее. Вплоть до 11-го имама, вплоть до мученической смерти его светлости имама Хасана аль-Аскари, 11-го имама. Здесь мы, правда, наблюдаем ступенчатость. То есть, если мы, например, во времена имама Бакира, от имама Садыка очень много хадисов, но от них нет таких хадисов, глубоких, настолько глубоких, которые мы можем обнаружить от последующих имамов, от которых мало хадисов. Значит, это было связано с тем, что люди были более подготовлены, чтобы воспринять эту информацию. Да, то есть это был процесс подготовки, потому что если имам Бакир, алейхиссалату вассалам, преподавал, и на его уроках сидели люди, которые его вообще не принимали как имама, понимаете, то есть к нему относились как к знающему человеку, не более того, то есть такому же знающему, как другой какой-нибудь человек. В чем-то считали его даже, наверное, заблудшим, соответственно. Ну, естественно. Естественно, это...
Хотя здесь нельзя однозначно сказать, потому что человеческое... Но как минимум мы можем сказать, что они считали, что в какой-то науке он очень сведущий, поэтому они у него учились. То есть даже если не в Да-да, других. теоретически можно предположить, просто практически это сложно себе представить, потому что то величие и то, та значимость, которую они себе представляли для этих людей, для тех, кто посещал их уроки, хотя наверняка им можно найти, да. Вполне возможно найти тех, кто вообще считали, что эти люди в чем-то заблуждаются. То есть это ученики имама Багира, имам Садыка. Имам Садыка, алейхиссалам, учатся люди, которые не принимают его как имама. Очень много таких людей. А в дальнейшем мы уже такого с трудом обнаружим. В дальнейшем уже люди уже со знанием, с пониманием дела приходят к имаму, например, тому же имам Риде, алейхиссалату вассалам. Это деятельность, вот, которой занимались и условия, которые вынудили имамов заниматься именно этим делом. Хотя мы вначале сказали, что это не было политической деятельностью, но это не совсем точно, потому что это и было самое что ни на есть политическая деятельность. Долгосрочная. Но она была немножко другой формы, потому что имамистское учение и учение этих 12 имамов, оно немножко расширяет понятие политики и вообще политической деятельности настолько, что порой мы вынуждены говорить, что это вообще не политика. Та или иная деятельность вовсе не политика. Курбан, я извиняюсь, время наше закончилось. Весьма интересно было. Мы, иншалла, следующую передачу. У нас еще одна передача, посвященная этому событию. Иншалла, продолжим. Благодарим вас Спасибо. За встречу, Курбан. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. Ассаламу алейкум, рахматуллах. يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل على يا ربنا صل على طه النبي